Канцлер Германии Ангела Меркель приняла участие в торжествах по случаю 70-летия освобождения первого нацистского концлагеря Дахау. На мероприятии возложения венков в память о 41 тысяче жертв присутствовали более 130 выживших узников лагеря смерти. В своей речи Меркель отметила, что немцы несут особую ответственность за времена национал-социализма, даже спустя 70 лет после окончания Второй мировой войны. В этот же день политик встретилась с бывшим узником концлагеря Максом Маннхеймером. В 2013 году Меркель стала первым немецким канцлером, посетившим Дахау. Однако этот поступок стал объектом резкой критики, так как был совершен во время предвыборной кампании. Дахау был открыт в 1933 году как концентрационный лагерь для политических заключенных вскоре после того, как Адольф Гитлер пришел к власти, и освобожден американскими войсками в 1945 году. К слову, в нынешнем году также отмечается 70-летие освобождения концлагеря Освенцим. Мероприятия прошли в январе в Польше.